четырехспальный комплекс вилл в районе Ламай. Сейчас сразу, чтобы не возвращаться, покажу вам парковку. Вот такая парковка. Бассейн по центру. Получается, две спальни вот совмещены, потом они отдельно стоят. Еще одна спальня, отдельно стоящая, главная большая хозяйская. И вот эта, она находится под одной крышей с кухней. Первая спальня. В спальне установлен кондиционер. Постельное белье, полотенце. Дважды в неделю уборка. Небольшое рабочее место. Вот такой интересный шкаф. Дверь. Креативно. Санузел. Постройка новая, 2018 года в конце построена, поэтому здесь все новенькое, очень приятное. Так, заходим с вами в гостиную. Гостиная объединена с кухней. В гостиной есть большой плоский телевизор, V-образный диван. Стол обеденный на 8 персон, полноценная кухня, хорошо укомплектованная. На кухне есть холодильник, кофемашина, газовая плита, микроволновка, вытяжка, тостер, чайник, посуда и столовые приборы. На кухне также установлен кондиционер. Дополнительно установлены два потолочных вентилятора. Санузел в гостиной. Вот такая зона. Отдыха дополнительная на 6 персон. Небольшой участок засажен цветами. И вот такая спальня хозяйская, это самая большая спальня из этого комплекса. По площади она превышает, наверное, раза в три другие спальни. Также есть постельное белье, полотенце, уже большой шкаф для одежды. В шкафу есть сейф для хранения ценных вещей. В комнате установлен кондиционер. Стоит вот такая очень красивая антикварная мебель. Санузел. Есть ванное полотенце, фен. Так, у нас еще осталось две спальни. Эти две спальни расположены под одной крышей. Вот справа от нас осталась кухня с гостиной и с одной спальни. Позади хозяйская спальня. Сейчас идем еще две смотреть. Есть душ. После бассейна можно будет искупаться. Вот третья спальня. Тоже предусмотрено небольшое рабочее место. За дверью шкаф находится. Также предоставляется постельное белье, полотенце. Тоже установлен кондиционер. Аналогичный санузел. Отличный вариант для большой компании или большой семьи. Очень все грамотно спланировано. И приятно, что все новое, чистое. Прям приятно находиться
на территории. Последняя спальня, четвертая. Абсолютно аналогично предыдущей. Вот шкаф в открытом виде уже, который находится у нас за дверью. Санузел. Это спальня, получается, зеркально у нас отображена предыдущей. Перед бассейном стоит гонг. Можете испытать свою удачу, потеряв гонг. Если он запоет, значит, вы счастливый человек и очень удачный.